Oh. Aspetta. Oh. Aspetta. Aspetta. Поезжай на Тиврский остров и найди Макиавелли. Он ждет меня. А как же ты? Я останусь здесь и отвлеку стражников. Если ты погибнешь, я никогда не прощу себе этого. Иди! Deactivated. Activated. Deactivated. Deactivated.
что это? Назад в замок! Быстрее! Activated. 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 Довольно. Остановитесь. Послушайте, наше терпение на исходе. У меня есть и другие товары. Я хороший человек. Уходите, друзья. У меня есть все произведения искусства, которые вам нужны. Широкий выбор. Только на этой... У моей новой работы одна... Есть только лучшее, друзья мои. Самые тонкие шелки. Друзья, взгляните на мои товары. Я не хочу умирать! Это? Где Макиавелли? Я не нашла его. Я привел графиню сюда. Катерина, не хочешь рассказать нам, где ты был? Искал Эцио. Что слышно о Чезаре Родриго? Чезаре уехал, прежде чем я смог подобраться к нему. А Родриго вообще нигде не видно. Странно. Обычно Родриго сидит в замке. Да, очень странно. Зря потратили время. Не обижайся. Я не обижаюсь. Чезаре в Урбино. А значит, мы должны собирать силы. Разве мы не хотели нанести удар сейчас? Это невозможно. У Чезаре огромная армия в Романье. Тебе не добраться до него. Значит, будем действовать здесь, в Риме. Лишим Борджиа влияния и соберем наши силы. И я хочу начать прямо сейчас. Вольпе, приведи сюда Клаудио и Бартоломео. Макиавелли, встретимся на площади. Позаботься о ней. Смотри, Борджиа обирает людей до нитки, чтобы удержаться у власти. Что ты собираешься делать? Привлечем его на нашу сторону. Ты шутишь, да? Чтобы победить в этой войне, нам нужны верные бойцы. Вербуя врагов государства, мы вооружаем тех, кого разоружили Борджиа. Ну, иди. Вербуй новобранцев.